находимся на БКЗ. За моей спиной происходит, в принципе, то, что каждый год ждут скейтбордисты. Именно сегодня это официальный день. Gold Skateboarding Day, 21 июня. А почему ты проспал наш контест? Да. Синдикат? Начался день скейтбординга, у нас точно мы успели все сделать, как бы, и вот сейчас продолжение награждения. С днем скейта от души. Здорово. Здорово. Что произошло? Да, я что делал с трех ступеней и упал. Что-то растянулось возле шеи. Двигать я не мог, поворачивать. И как ты думаешь, встанешь ли ты опять на доску? Конечно. Привет. Весело по-домашнему. Видишь, что мы есть друг у друга? Трюк называется хиппи-джамп. Сейчас мы его исполним через мопед. Мне вспоминается Gold Skateboarding Day в 2007 году. Это был первый Gold Skateboarding Day в нашем городе. Собралась куча народа, мы все такие не знали, что это вообще такое. Gold Skateboarding Day, что это? Просто день катания на скейте, когда все друзья собираются и катаются. Мы семья. Вернемся к скейтбордингу всем. Everyday's видеоблог от Пакиса, конечно. Вконтакте подписывайтесь. Game of Skate — это игра, где скейтер, очередно разыгрывая на 1-2-3-коп, заказывает трюки. Если не выполняешь трюк, то ты как бы, у тебя прибавляется каждый раз буква. Там S, K, A, T, E. Камень, ножницы, бумага. С Марком подумали и решили то, что играть в Game of Skate на Gold Skateboarding Day — это то же самое, что на Пасху яйцами стукнуться. Сейчас мы находимся на Татышево, мы все-таки добрались. Приехала Отстань, а я тут записываю! У меня случайно оказались деньги, 1000 рублей. На хорошее катание, поддержки нашего блока и действительно магазина Синдикат. Все модные котики здесь сегодня, да.